Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, сколько можно внести денег через банкомат Сбербанка. Раньше у Сбербанка были свои лимиты и ограничения на внесение наличных именно через банкомат. И в зависимости от карты, какая-то карта, например, карта классическая обычная, либо платинум, либо же нейминные карты, были свои собственные ограничения. Но сейчас данных ограничений нет, и единственное ограничение, которое стоит, это то ограничение, когда банкомат за один раз может только принять 40 купюр за один раз. Других каких-то ограничений нет, то есть вы можете пополнять вашу карту сколько вы хотите. Единственное то, что ваши зачисления через банкомат могут показаться Сбербанку подозрительными. То есть, если вы вносите достаточно высокую сумму, вносите ее за один раз, в одном, например, месте, за один раз, в одно и то же время, и тем более, если эта сумма превышает 1 миллион рублей, в этом случае вашу карту могут временно заблокировать. И заблокировать до выяснения обстоятельств. И, например, вы должны будете предоставить Сбербанку соответствующий документ, откуда эти деньги, где вы их взяли. Например, вы никогда не имели на вашей карте какие-то большие суммы денег, и тут резко на вашу карту приходит 1 миллион рублей, то есть вы его вносите. Либо же, например, вы что-то продали, возможно, машину, вы должны будете предоставить данные документы. Это очень важно. Но, конечно, карта не блокируется навсегда, она блокируется на какое-то время, единственное, до выяснения обстоятельств. Но это, конечно, такие нюансы, и далеко не всегда карту блокируют, но в любом случае это такое предупреждение, будьте готовы. Но в любом случае каких-то особых лимитов, например, там 100 тысяч в день, такого уже нет, вы можете вносить. Только единственное, что если у вас большая сумма, вы должны ее будете внести за несколько раз, так как банкомат принимает небольшое количество купюр за один раз. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!